Девочки французские, отес. Молодые девочки по 25 лет на каблуках. Я перекушу. Я обожаю музыканта, и мне хочется танцевать, но я хочу покушать спокойно. Очень классно. Девочки, это очень вкусно. Артишок с капустой, с овощами. Это легко для пищеварения. И вкусно, очень вкусно. Ребята, я почему в Париже сегодня? Потому что я ездила по одному делу и решила заехать перекусить в такой хорошей обстановке с красивыми, прекрасными людьми, которые меня окружают, с красивыми отес, замечательными просто продуктами, потому что они свежие. Я заказала себе кое-что легкое и хочу вам сказать, что я очень довольна всем, что происходит. Как говорится, что не делается, то к лучшему. Почему я об этом говорю? Потому что уже больше года меня травят совершенно сумасшедшие практически люди, которые полны желчи и зависти, с постоянными оскорблениями моей семьи, которую никогда не видели. Я хотела показать, но после хейта я отказалась показывать своего мужа, хотя я хотела показать. Его только слышали и видели мне близкие люди, которыми я познакомилась, например, виртуально, такие как Франческа, допустим, которую я обожаю как человека прежде всего, а потом как женщину. И я прекрасно знаю, что я могу положиться на нее, и она на меня, хотя она прекрасно тоже знает, не буду повторяться, что у меня очень тяжелый характер. Я человек очень волевой, знаю, что хочу, но я всегда иду на компромисс, на уступки, всегда признаю свои ошибки, если таковые происходят и являются, и способна попросить прощения у человека. Но меня травят уже на YouTube больше года. Я просто решила пилить свои маленькие видосики, никому ничего не доказывая, не объясняя. И говоря людям, возмущаясь их лицемерием. Вот эта сумасшедшая, которая меня травит, она 2 года живет в... как она орет в Милане, эта тетка, ее уже знают, и моя семья видела ее, и мой муж, и мой сын, все. И, значит, она орет, что она в Милане, но она постоянно показывает 2 года свои влоги, своей квартирки, и рассказывает сказки. Вчера она позволила назвать меня животным, оскорбить мою внешность, хотя сама эта женщина не отличается великолепной внешностью, потому что я уже 2-й раз замуж, и меня любят. А это существо одиноко и будет одиноким, даже если она похудеет. Она говорит, что мы ей завидуем, но мне завидовать нечему, потому что я живу и наслаждаюсь жизнью. Я не считаю копейки, у меня муж нормально зарабатывает, у меня сын ходит в приватную
школу, колледж. И мы совершенно живем нормальный средний французский уровень. Вчера она мне угрожала, но она забыла, что с августа месяца она меня травила, и на нее уже записано второе заявление в жандармерии, в полиции французской, прокурору республики. У меня на YouTube стоят видео, где я показываю, без всяких понтов, я показываю, что я ходила, что я делала. То есть это сумасшедшая тетка, как говорит моя фамилия, мой муж. Практически я понимаю, что она недовольна своей жизнью, потому что ей нечего показать, будучи живущей в Милане. Обычно, когда мы живем в Нью-Йорке, в Милане или в Риме, мы показываем, в Париже мы показываем жизнь людскую, но здесь просто ужасно. Она переполнена жечью, ненавистью к тем, она задает себе вопрос, а почему она, а почему не я? А почему у нее загородный дом, а почему у нее муж, который работает, а я должна сидеть на пособии с тремя детьми и ничего не иметь? Это не мои проблемы. Так вот, сегодня я, после вчерашнего ее оскорбления, моей семьи, моего ребенка опять, ее стримы, которые мы записали, она убрала от испугу. Пусть она выставит, где она оскорбляет президента Украины, где они меня называют нацистом. Она, потом Юля П, и Леонора, и Лена Д, на них мне переслали голоса их, когда они оскверняли Жасю, и что они писали, как их на Телеграме раскрыли, что они на самом деле себя представляют, эти люди, как Юля сдавала Лену Д и прочее, прочее. Но мне эти дебри не интересны. Мне что интересно, чтобы эта женщина, в конце концов, кто-нибудь ее поставил на место, потому что она распоясалась, она оскорбляет людей, кто лучше ее. Извините вам, это не понты, но я вам скажу, и я, и Франчи, мы лучше ее. Франчи великолепна, она красавица, она умница, у нее есть работа, у нее есть все, и многие завидуют, многие пытались ее уничтожить, предать, но у нас есть на этих людей такие компромиссы, что им будет стыдно за свою жизнь. И я, и другие люди, которые живут нормальной человеческой жизнью. И этой тетке не дает покоя. Это жизнь других людей. Красивые дети, фотогеничные. Я не скрываю, что я пухленькая, но это не мешает мне быть любимой, ребята. Это не мешает мне сейчас сидеть в прекрасном месте, рядом с прекрасными людьми и радоваться жизни. Пойти в хорошую кондитерскую и купить прекрасный торт. Попить чай с моим мужем, сесть в машину и поехать в загородный дом или куда-нибудь. Пока сейчас из-за короны мы все приболели, у нас горло болит, мы никуда не выезжаем практически. Но потом, естественно, будем ездить. И все это бесит это существо. Она оскорбляет несовершеннолетнего ребенка. Вот это первое заявление у меня написано, оно у меня стоит на канале. Те, кто подписался, ребята, обязательно посмотрите. Это трэш просто. Эта женщина психически больна, я так думаю, и глубоко несчастлива. И сегодня я была, отвезла, хоть и суббота, я отвезла человеку все необходимое. Когда в полиции ты заполняешь документы, дают несколько бланков. Вот у меня уже 7 таких бланков на этих людей, которые травят. Хотят изжить любым способом, как они изживали Жаську, потому что мы лучше их. Мы свободны и счастливы. А теперь послушаем. Целую вас крепко. So darling, darling, stand by me.
заказала артишок, легкие. И сейчас я таратам ела и бокал сансера.